Поселок Пасит в Хасанском районе Приморья – самый южный порт России. С двух сторон его омывают воды бухт Новгородская и Экспедиции. Расстояние от Владивостока – 250 километров, от Хабаровска – 1010. Пасит находится южнее Андреевки и Витязя, но как место отдыха менее знаменит. Хотя климат здесь более теплый, чем в остальном Приморье. В июле и августе температура воздуха до плюс 33 градусов. Бухты мелкие, поэтому хорошо прогреваются. Мы берем не активным отдыхом, а тишиной и спокойствием. Поэтому люди, у которых есть маленькие дети, или люди, которые уже возраст не позволяет вести активный отдых, очень рады тому, что, допустим, здесь именно так. Большинство людей, даже приезжая с Андреевки, просто удивлялись. Какой хороший контраст. Тут так спокойно и тихо. В Пасите и его окрестностях, на полуострове Краба и 5-километровой косе Назимова, расположены несколько туристических баз. Выбрать подходящее место для проживания можно на сайте farpost.ru в разделе «Отдых в Приморье». Экскурсии по месту изумительные, почему тут богатый культурный пласт, о чем можно рассказывать. Культура Джуджени, бахайское государство. То есть если в плане культурно-исторического развития нам есть что показать. Именно с Пасита началось освоение Приморского края русскими моряками. Как доказательство этому, якорь с фрегата «Паллада», на котором были исследованы здешние бухты. 152 года назад на месте Пасита планировали построить Владивосток, но недостаток леса и сложность в прохождении фарватера остановило развитие крупного города. Хотя знаменитые фирмы «Кумст и Альберс, Чурин и Ко» успели открыть тут свои первые на Дальнем Востоке магазины. Наверное, проходит этап вот этого пляжного отдыха, когда приехали дикие люди, диким образом здесь покупали. Купались, да, и все. Нет, наверное, просто приходит пора, чтобы и покупаться, и отдохнуть. Но обязательно еще и узнать что-то о своем крае вообще. Это крайне интересно. С Пасетского пляжа можно попасть в пещеру первобытного человека, а в поселковом музее познакомиться с его образом жизни. На противоположном берегу бухты Экспедиции для экскурсии открыто Краскинское городище, где ведутся раскопки средневекового бахайского государства. Популярное место отдыха близ Пасета – полуостров Краббы с уютными миниатюрными бухтами. В Пасите есть и традиционные развлечения – прогулки на катерах, катание на водных мотоциклах, рыбалка. Имеется в наличии креветка. Свежая креветочка, да. Пожалуйста, вот краб камчатский, камбалка. Яша, вот такая клюет. Яша, иди сюда. На удочку. Рыбку захотел. Все молодец. На удочку, да? Мечта была. Она исполняется постепенно. Отдохнуть на море японском, съездить на рыбалку, порыбачить. Также непосредственно поплавать на больших катерах. Подробную информацию о базах отдыха Приморского края вы можете получить на портале объявлений Хабаровска farpost.ru в разделе «Отдых в Приморье».